Здравствуй. Это дедушка тебе звонит. Какой дедушка-то? Дедушка Иван, понимаешь? Какой? Иван, дед, Иван. Откуда ты такой есть? А я вот из-под земли выполз. Ну, хорошо. Ну чё, пойдёшь со мной квасить боярышник? А может, один справишься? Так нет, с тобой-то веселее будет. Ты так думаешь? Конечно. А может, другую партию какую-нибудь найдешь? Ну, ты-то это лучше, понимаешь, лучше. Откуда ты знаешь, что лучше-то? Блять, я все знаю, все. Да откуда же ты такой знаешь-то? Ну какая тебе разница, откуда я? А много знаешь-то, блядь, что случается в таких случаях-то? Много чего знаю. Все случается. Ну, а я не боюсь нихуя. Мне все похуй, я сделан из мяса, бля. Что нужно-то? Тебе нужно. И что тебе нужно? Поебаться нужно. Ну и ебись. Так давай, хули. Да что тебе давать-то, блядь? Поебаться давай. Да что ты, на! Ну на. Подавись, блядь, своим хуем, блядь, тухлым. Обязательно. Падаль вонючая. Обязательно. Ты куда падаль звонишь-то, блядь? Я на определитель, блядь, сейчас телефон твой высвечу, скотина. Высвечивай, чё, мне это похуй. Ты заткнёшься или нет, падаль? Не заткнусь никогда. Блядь, еще раз позвонишь, твоя, я тебя, блядь, разделаю точно, гада, блядь, вонючая. Ты, блядь, напугала ты, сука, ты, блядь, старая, нахуй, напугала. Ты посмотри, блядь, на себя-то, сволочь вонючая. Блядь, я войну, сука, прожил, а ты тут пиздишь. Патра! Заткнись, сволочь поганая! Я тебе, блядь, заткнусь! Сдохни, блядь, захлебнись своим тухлым хуем! Хуй, ты своей пиздой захлебнись, нахуй! Слышь, алло! Да, да! Я обосрался, ты можешь... Молодец, давай, иди мой жопу! Слушай, а ты придешь?